Более 30 тонн мусора собрали во время ежегодного субботника в Приморье. За один день вывезли десятки тысяч мешков. На субботник вышел и губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Вместе с жителями улицы Бестужева он восстанавливал сквер. Напомним, деревья здесь спилили. В прошлом году в сквере на Бестужево предприниматель собирался строить супермаркет. Но после вмешательства СМИ, общественности и лично губернатора Приморья строительство прекратилось. Здесь теперь будут расти магнолии, кедры, клены, береза и сирень. Всего на субботнике высадили более сотни деревьев. Отмечу, что сейчас в генеральный план Владивостока вносят изменения. После чего во всех парковых зонах города будет запрещено строительство. Помимо этого, Приморье участвует в федеральной программе по благоустройству придомовых территорий. На эти цели выделили 500 000 000 рублей. Наши родители садили деревья, от них осталось вот только вот одно. Теперь пришли внуки и правнуки. И у нас тоже все вырастет. В первую очередь для детей делаем. Здесь много детей, посмотрите сами вокруг. Каждый, я думаю, посадит свое дерево и будет о нем заботиться. Гражданский долг. По этой причине мы и вышли на субботник.